Перерасчет стоимости тепловой энергии бытовым потребителям, у кого нет счетчиков тепла, в антимонопольном ведомстве – ежегодная практика. В этом году информацию предоставили 24 теплокомпании Кустанайской области. По результатам проведенного анализа с учетом температуры наружного воздуха установлено, что возврат за отопительный период 2021-2022 года необходимо произвести 14 субъектам естественных монополий на общую сумму 6 миллионов 224 тысячи тенге. Перерасчет производится на основании законодательства о естественных монополиях, в том числе правил формирования тарифов, также с соблюдением норм строительной климатологии и на основании предоставленной информации КазГидромет по температуре наружного воздуха. Получается, у нас еще остается 10 субъектов естественных монополий, по которым перерасчет не производится. В данном случае отсутствие необходимости перерасчета обусловлено тем, что был продолжительный отопительный период, также низкая температура наружного воздуха, в связи с чем вырабатывалось большее количество тепловой энергии. ГКП КТЭК не входит в число тех, кто должен вернуть средства потребителям. Дело в том, что почти во всех домах Кустаная установлены приборы учета тепла. По ним кустанайцы платят за фактическое потребление тепла. Перерасчет произведут потребителям города Тобыл Кустанайского района. Согласно анализу антимонопольщиков, ГКП Затобольская ТЭК вернет горожанам 278 тысяч тенге. Здесь как бы два способа начисления. То есть это прямой, это потребителям напрямую начисляется возврат перерасчета. То есть при выставлении платежного документа указывается сумма возврата и при этом указывается комментарий, что это именно сумма возврата перерасчета идет. Либо если нет такой возможности напрямую возвратить потребителям, то это происходит снижение тарифа уже за выставленные периоды по счетам, по платежам. Виталий Нестеренко напомнил, что любой потребитель, если он не согласен с начислениями за предоставляемые коммунальные услуги, может обратиться к ним. Департамент также проводит проверки расчетов по отдельным адресам. Виктор Ваташко, Ильяна Смагамбетова, РТН.